такой, посмотри, да ничего не меняется, я с ними уже разговаривал, они просто говорят какую-то херню. Ну пошли дальше, пошли дальше. Укрытие лавы, пристанище ниндзя, управляемая женщина-ниндзя Хашикаги. Хашикаги? Серьезно? Это как Хакаги, только Хашикаги. А где этот, как его? Райкаги. Ну, этот. Ну, молния там сидела. Хоши это огонь, правильно? Я вообще не силен в японском. Ни разу. Или Звездной тенью. Также защищена великим драконом по имени Ли Шань Лонг. Нихера, с драконом придется драться, походу. И в лаву падать много раз. Бля, опять эти пацаны. Да! Ебаный рот. Воу! Надо было просто упасть на него. Нихера себе! Вот это прилетело. Нихера, здорово. Любви нам немного подарила. Немного любви четвертого, пятого тира размера. Воу. Чё там внизу? Там все стоит. Блять. Да ну! Сложно. Кончился. Стреляй. Ну стреляй. Блин, сложные прыжки какие начались. Давай. Бля, нет. Да ну тебя нахуй. Кидай. Ой-ой-ой. Это трогать можно? Хотелось бы знать заранее. Так, спокойно. Так, и шажочек. Да ну ёпта. Тихо. Слышь. Так, подожди, как это прыгнуть-то? Нормас. Блять, в смысле? А Хашикаги ему встретим? Бля, в смысле? Да ну лол! Чекпоинт-то дайте нормальный. Чё за... Чё за дичь? Не надо. Ебать! А, вон чекпоинт. Как его взять? Нах. Ну я проверил. Так, нормально. Вот теперь меня устраивает все. Теперь можно идти. Ну, более-менее на расслабоне. Сука. Хорош.
Ты там это, давай. Рисовку очень этот напоминает, кстати. Bridge of Fire. Не знаю, я почему-то... На пацанов вот на этих смотрю. Где-то я их видел. Как будто вот там. Класс. Стреляй звездочкой. Сука. Да блять! Ну, давай, нормально, прыгнем. Прыгнем, как царица полей кукуруза, давай. Давай, давай, давай. Упс. Да ну ты чё, блядь, конь? Вот так вот, будешь знать. Не знаю, зачем себе... Да бля, ну что ты делаешь, алё? Яростной! Думал, упаду. Хе-хе, упал. А что будет, если мы подождем просто? Да ну иди ты. Да сука, дай пройду-то, блядь. Ебучек. Вот так вот. Вот так вот прыгну, умру. Борис. Так, как бы мне тут все рассчитать? Блять, не дает. Ну ладно. Яйсю. Ну ты так страшно прыгает, вообще пипец. Да ну, я хотел залезть. Да ну залезь! Ну чё тебе мешает-то? Ааа, за-за. Думал, я четвертый раз на одну и ту же херню попадусь. Хер тебе. Так, что внизу? Тортик можно взять. Ебать, вы чего? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, стреляй. Спокойно. Вох, отлично сейчас настрелял прям. От души. Да. О, чекпоинт, спасибо. Наконец-то. Блин, эта игра, она как Dark Souls. Ты тоже пытаешься, 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 пытаешься от костра до костра. Здесь от этой урны до урны, блин. И между телочками, привет. Как поживаешь? Ой, любви немного не посылала. Не надо ко мне лезть! Да нахуй, ебаный рот. Придется их убить. Самки, конечно, красивые, но придется их убить.
О, катись отсюда. Иди сюда, сисюся. Сисюся. Нормально. Кто легкая? Да ну. Оу, вниз что ли? А, стрелка показывает. Ядрить. 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 Просто ядрить. Я помню, мы играли не в том порядке, и уровень выглядел вроде по-другому. Что-то мне, по крайней мере, так кажется. Сука. На себе, урод. Да ты че, блядь? Игра как Dark Souls? Не. Здесь платформинг сложный. Dark Souls и... А, кстати, да, Dark Souls тоже сложный платформинг. Единственное, что сложное в Dark Souls, это платформинг. Хорошенечко сейчас было. Бегом, бегом. Да пацан, ёпта. 900 очков за них дают, охереть. Ты иди нахуй со своей, ты как она там, кусарагама, блять, как это хуйня называется. Не, дави. Это по-другому называется. Кусарагама это с цепью. Ну, похоже. Так, чё, босс? Блять, в смысле? Вон уже конец уровня был. Ёб твою мать, сука, этот рыцарь, блять, меня все сбил. Да бурят, сука. Тебе его. Ой, спасибо. Ну да. Ну и пиздец, блядь. Ай, падаль. Вот падаль. О, красота. Кидай. Вот это я сейчас вершу просто. Нормально. Хорошо. Сдохни. Ой, блядь, как сейчас будет вот так просто. Блядь, это сложно. Давай, год. А чего я с ним драться нашел? Ну вот, просто проходите. Смотри. Хуяк. На нахуй, обоих ее.
свидули. Бляха, как мне допрыгнуть? Да ну сука. Это сложно, пипец. Духота какая-то началась в игре. С этим платформингом. Кунжут. Да. Да вы что издеваетесь надо мной? Идите в жопу. Думаете, я вас не завалю, что ли, блядь? Долго поднимается. А я могу нормально допрыгнуть? Блин, просто... Если прыгать с двойного прыжка, надо очень сильно рассчитать. Прям очень хорошо надо рассчитать. Чтобы попасть четко прям на эту платформу. Если я попаду, да, я смогу потом прыгать нормально. Сука, я тебя завалю, блять, урод. Достали. Отсюда. Давай, со второго деления. Со второго деления цепи. Чуть поближе. Чуть поближе. Где-то с середины. Между первым и вторым. И тогда, я думаю, мы допрыгнем. Но еще бы, конечно, тайминг поймать, в какой надо прыгнуть. Потому что если я не попаду, ну, в этот тайминг, мне обязательно огонь. А еще можно вот так. Это идея, кстати. Давай так сделаем, так будет проще. Просто я сейчас буду пытаться попадать, что-то там с каким-то двойным прыжком, все остальное. Можно же проще. Можно же задамажиться. Просто дальше пропрыгать. Но надо все быстро сделать. Зачем я это сделал? Ладно. Раз уж сделал, давай прыгать. Ух, нахуй! Вот это было норм. Хорошо. Хорошо, наконец-то прошли этот уровень. Потненько было. Потненько. Это дракон? У него пузырик. Он спит? Кажется, он спящий парень. Слишком медленно. В смысле, чуть помедленнее, Валера. Вставай, вставай, чувак, на колени, чувак. Он меня убьет. Ура! Так, это будет сложно. Так, что с тобой делать? Нихуя себе. Так, ясно. В лаву можно упасть без проблем. Так, это тоже дамажит. Все дамажит.
Бля. Ну нахуй. Добрый вечер, блядь. Бля, чё за босс такой, пиздец? Никак не задамажит. Зачем эти шарики? Вот что сейчас беспокоит. Один сломал. Один сломал. Ребята, этот рок я ему пробью. Нахуй ты идешь? Как тебя убивать-то вообще? Я ни черта не понимаю. И вот эту вот атаку как доджить, тоже непонятно. Второго которого. Санек. Что дальше? Ха, интересно. Когда я это сбиваю, он... Это что такое? Что там? Он пытается ткнуть. Вот, да, вот сейчас. Опа! Коля, сука. Привет, Саньку, если я не сказал, но я уже сказал. Так, все понятно, как его бить, но это очень сложно. Это очень сложно. Просто вначале надо очень много ждать. Давай, где появишься? Так, давай. Шезлонг. Шезлонг. Сейчас пиздюлей получишь. Так. Я не понимаю, как это должен. Да что началось-то, блядь? Ебучий дракон. Подожди, мне что, жизни дали, что ли? У меня, по-моему, 28 было жизни. Ох, лол, еще и таймер висит. Та-та-да-дам. Давай. Давай, бодай.
Бля, не-не-не, не падай. Бы это только суметь! Она бы весь рот открыла. Бля, не хватило, сука, я труп. Кончился. Почти было. Ладно. Да в смысле? Давай. Нормально, снял ему больше. Я смог задоджить этот удар. Ау, а вот этот не смог. Ну зато я теперь знаю, как его можно задоджить. Тихо. Давай. Бодай. Главное не спешить. Хорошо было. Хорошенечко. Прям это, куражнул чуть-чуть. Прям, ух. Куражнул на куражах. О. Это было, это шум. Хашикаги. Кто за это ответственный? Кто-нибудь споткнется и умрет. Лезешь, мой красивый зад из тыквы. Так, дамочка, простите. Я остановлю вас. Что? Лезешь в мой красивый зад из тыквы? Это у тебя зад из тыквы? Или я сижу в тыкве и лезу в твой зад? Я, подожди, я пытаюсь уловить. А что в этом скверного? Ты красивая баба, я красивый мужик. Чё нам еще надо-то, ну? Я видел, кто-то взял, ушел с пути дружок. Мне Прини никогда не мог делать это с моим милым пудингом. Опять намеки на секс. Ты это называешь пудингом? Предыдущая подруга называла это маршмеллоу. Преступник истечет кровью. И дрить у него глаза краснючие. Что? Не вникай. Не смей вникать. Что это? Прини зачерпнул волосы в настрок. Прини, тебе тут, блядь... Тебе заняться нечем. Серьезно. Волосы в носу дракона он зачерпнул. Да, хочу. Ну и остался у меня тут последний уровень. Крепость Моа 5 или 6, непонятно. Это большая крепость, которая является домом для армии Моа 6. И переполненная запутанными путями. Она крепкая и, по крайней мере, проблема
одинаково днем и ночью. Ни хера там звездочек 7. Это что-то сложное будет. Ну погнали. У-у-у, призраки. Пошел нас. Раз. Не подходи. Кисер! Сука, кисер! И хулиган. Там кисер был с пультом. Хулиган. Бля, вы еще и стреляете, что ли? Как будто я в Советский Союз попал. Хорош. Первый чекпоинт есть. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бля, вот тебя мне здесь вообще не хватало. Меня пристрелили. Прислёг. Да ты откуда вылез-то? Вы что там? Кто там сидит под бочкой? Завязывайте. Я вижу вас всех. Сидят они там. Давай чекпоинт. Чуть не выстрелил, сука. Чекпоинт! Тихо. Я помню, в них стрелять не надо. Все нормально, все нормально. Да ну что, ремикс на крылатые качели играет? Боря, сука! Ну вот Боря, ну вообще. Кунжут! Ядрить привидений налетел. Что там в бочках сидите, алло? Пьяницы. Я буду стоять просто на нос нахуй. Так, кися вон. Кися, блядь! Да хули мяу-то? Сначала дерешься, потом лезешь целоваться. Перебьешься. Да ну сука! Дай залезу. Блядь, не залезается. Это нехорошо. И это было вообще, конечно, сейчас. Блять, тут еще и слева пацан стоит. А че он здесь стоит? Да, блять, хорош, слышь. Стоят они тут. Не, там как-то прекрасно и далеко. Да опять у меня хп не хватило. Ой, ладно. Да ну брось. Да ну сука, ты чё не умер? Я не понимаю, в чем разница между красным призраком и белым. Они одинаковые абсолютно. Кися! Кися, блядь! Да ну конечно, я не попадал все это время, да? Обосраться. Не надо.
Да ну. Погнали, 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 погнали! Еба, прыгнул! Ха-ха-ха! Чё-то унесло меня! Охренеть! Нормально, сейчас разберемся. Давай. Мя, мя, мя. Погнали. Так, спокойно, я здесь. Издеваешься? Да где чекпоинт-то здесь, блядь? Чё за садизм? Да, блядь, ну ты еще давай не начинай. Нахуй все идете. Идете нахуй, я уже сказал. Дефендер. Реквесты по выходным. Кизя. Спасибо. Погнали, 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 погнали. Если я наверх залезу, что будет? Блять, нехорошая идея была. Наверх не вариант залезать. Полное прохождение. Сейчас бы на моем стриме про подписку у Defender поговорить, а? Блё. Этично пиздец. Вот это я прыгнул. Да прыгни, пожалуйста. Хопа! Уэй, ну вот что это за дамаг был? Афанас, что это за дамаг? Да чё вы наоборот-то начали прыгать внезапно? Мне реально хп не хватает, когда я сюда прохожу. Было бы на одно хп побольше, может я бы что-то тут и сделал. Да ну блять, сука, ты хорош! Блять, там еще танк. Давай, давай, давай. Мя, мя. Нахуй пульт положи.
Убил не... Да, блядь, да почему ты не сдох-то, блядь? Сни мне, пожалуйста. Пошли в жопу. Пошли в жопу. На нахуй, красота просто. На фоне не звучит. Да сука, привидение хорош, блядь. О. Да ну! Только вот, блядь, у меня жизнь лишняя. И ты нахуй падаешь просто. Дебил. Ну идите сюда, ну. Не-не-не. Так, спокойно. Ну, ёбаный рот, ну ты чего, блядь? Сука! Да я тут правильно. Давай сделаем так. Задамажимся. И прыгнем. Ебать, это что сложнее, походу. Ну давай попробуем здесь. Чисто заценим. Чем мы тут можем? Да ладно тебе, ты серьезно, блядь? То есть вот здесь был чекпоинт? Охуеть. Ты серьезно, игра? Обосраться просто. Так, а дальше куда? Подождал, надо было подождать просто. Да еб. Ну, кто-нибудь допрошел бы. Сука, как мне нравится, когда просто из ниоткуда что-то сверху падает. Это так классно. Ей-богу. Прям огонь. Ты стой. Я даже не знаю, какая дорога была проще. Верхняя или нижняя. Здесь-то, конечно, та еще жопа. Бля. Кончился. Борсенка-то. Кончился.
Сука. Хорошо. Блять, в смысле? А как я должен его перепрыгнуть-то, блять, алё? С чего? Вы что, серьезно? Там, блять, чувак, которого не перепрыгнуть и не убить, блять. Что я с ним должен делать? Чё за бред? Там реально чувак, которого не убить. Что ты, блять, мне с ним прикажешь делать, игра? Особый вид садомии. Блять, куда? Это было прям четко. Надо было просто прыгнуть дальше. Все. Я растерялся, я не понял, куда надо прыгать. Что ты делаешь? Вот что ты творишь, блин? Алло. Акстись. Короче, это, пацаны, первую сотку разменяли. Да в смысле, блядь, что с тобой? Почему ты не приземляешься? Я нажал вниз. Вниз прыжок. Ты должен был это сделать. Ну, не дури. Будь адекватным пингвином. Ну что? Твою мать. Фу. Бля. Так, нормально. Главное, чекпоинт взяли на этой стороне, все остальное вообще меня не интересует сейчас. Блять, там кролики? Давай пониже спустись. Да нахуй не твои выстрелы, блять, иди в жопу. Урод, не беси. Я думал, самое страшное позади. А
А нет. Они еще меня заебут здесь. Да ну, блядь, привидение еще, блядь, не лезьте. Я пойду просто нахуй этого пацана. Спасибо, я пошел. Лёль. Идите в жопу. Я просто проскочу. Идите в жопу. Ничего не знаю. Что здесь? Хуянда, босс, да, обязательно. Опа. Здорово. Омайо, ты... Омайо, Прини? Ты тот Прини, который был неивствует в загробном мире, а? Ну, мы получили приказ ввести каждый найденный нами Прини. И ты тоже вперед. Чё? Погоди. Разве не говорил что-нибудь в моей запишите, а? Сколько у вас здесь? Хуя. Нани! Сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Он не такой сложный, как кажется. Да ну, сука. Так, короче, с этой платформы проще на него прыгать. Да ты, сука, чё, блядь, делаешь? Да, блин. Кончился. Блин, попал. Что-то душноватый босс. Ну, не сложнее, чем дракон. Дракону хотя бы подход нужен был. Да, блядь, ты чё такой дерзкий-то, слышишь? Блядь, со своими этими атаками. На нахуй! Бля, прыгнул прямо на него, на этот лазер ссаный. Нормально задамажил. Yeah.
Душно в том плане, что я не вижу атак его. То есть он большинство своего времени он отсутствует на экране, и я хуй знает, куда. Куда я там стреляю? Да ну чё ты не прыгнул-то, блядь? Не дури. Да сука, что за... Охуенно попал прям. Огонь, блядь. Иди сдохни. Дай мне сдохнуть. Ну прикинь, его убил бы сейчас, вот. Сейчас вообще хорошо было. В смысле? Да алло! Ты что, блядь, издеваешься надо мной? Где ковер? Да ну хули я тут сделаю, блядь? Давай, давай. Давай заново. Я сделал один раз спам. Да блять, нихуя ты там слышишь спамер. Да ну иди нахуй, алло. В смысле? Сейчас вот что было? Я не попал, хочешь сказать? Ты заебал меня уже, алло. Чё за снайперские выстрелы? Да ну иди ты в жопу, блядь, как ты попадаешь так четко? Я каждый раз, блядь, разные вещи делаю. Почему ты, блядь, каждый раз по мне попадаешь одинаково? Пиздец. Да, ёб твою мать. Кино её хватит. Ты че душнишь-то, блядь? Да ты серьезно? Серьезно, блядь? Попасть не можешь тут по нему. Убей меня, пожалуйста, блядь. Вот почему, как только я хочу, чтобы ты меня убил, ты, блядь, все время пробазиваешься. Может, мне всегда хотеть, чтобы он меня убил, и тогда будет все получаться? Вот, блядь, не буду смотреть просто, блядь. Отъебись, короче, буду с ним сражаться. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, ты начал попадать по мне. Что ж такое-то? Вот, ну как это еще, блядь, назвать? Я даже не знаю, в какой момент к нему прыгнуть, блядь, чтоб он меня не задамажил. Ну это просто пиздец. Выстрели.
Где музыка-то из-за игры, не помню. Чё за тишина, блядь, на самом деле? Чё, реально, тишина такая? Да иди ты нахер, слышь, алло. Куда игра музыку-то делала? Игра что-то куда-то музыку делала, я не знаю. Пёс сраный. Бля, активность чата сегодня просто зашкаливает. Да ну почему ты попал-то, блядь, сейчас, ну? Как он меня заебал, вот ей-богу, блядь. Это что-то какой-то тупой совершенно. Босс? Да ну в смысле? Что не так? Блядь, убивай меня. Спасибо. Да, блин, музыку-то верните, ну пожалуйста, блядь. Мне в этой тишине, блядь, как-то некомфортно даже сидеть. Да ну иди в жопу. Козёль. Да ну в смысле, бомба еще взорвалась, блять, конечно. Но... Че за духота? Я даже половину уже не могу снести. Да ну в смысле? Достал, блять. Убей, пожалуйста, меня. Я не хочу в этом тленном мире существовать. Да ну, блядь, пожалуйста. Что это вот было сейчас? Пиздец, ты можешь чуть-чуть прыгнуть, блять, а не со всей дури. Так, все, ладно, снизу я его убью, я наверх даже не лезу. Потому что наверху это вообще без вариантов с ним драться. Пол хп почти снес. Охуеть.
Так, сейчас он понизу будет стрелять. Знаешь, как он стреляет? Сука, я тебя завалю. Я тебя завалю. На, сука. Хоба. Душнёвый козёл. Абаба-баба-баба. Сказал бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Нашу задницу у нас передал нам. Мистер Свин будет разорвать нам нового. Что? Мистер Свин, то есть сэр Свит? А, Свит, сэр Свит. Чувак. Несравненный. Он пытается придумать за ультра-десерт. За всю хуйню. И какое-то имеет отношение к захватывает нас принято. Это наш маленький секрет торговли. Просто возьми это и даже не возвращайся. Что это? Черт, из табакерки какой-то. Принни был восхищен найти коробку шоколада. Что-то не похоже. Спокойно, ты никогда больше не видишь мое лицо. Эй, беда какая-то. Чё-то мне такое ощущение, что сейчас еще 4 уровня будет, блять. Вот прям ощущение такое. Но мы как бы нашли все уровни, прошли, вернее, которые были изначально. Так, ты достал все, а? Кто знал, что ты можешь быть полезен? Возможно, я просто тупой чувак, но что бы мы собираемся сделать? Что мы собираемся сделать с этим? Как я должен узнать? Внимание, есть контакт, я знаю, что он будет делать. Я слышал ароматный шалфей, живущий на горе. Принбек может это сделать. Свит, теперь нам не нужно умереть без причин, дружок. Ароматный шалфей. А, я слышал, он настоящий упрямый старосел. Упрямый мул? Если ему не нравятся твои ингредиенты. Он просто переворачивает все. Чувак, что за нехватка еды? Сказав все, я имел в виду тебе, например, твоя храбрость. Чувак! Нису. Ниса. Братан. Ну, у нас еще есть... Нет, ну, у нас еще есть нет выбора. Мы должны сделать все нужное, чтобы делать десерт на завтрак, дружок. Ну, походу, еще один уровень будет, точно. Теперь дело действительно начинает... Начинаешь веселиться. Дела набирает веселый оборот, типа. Бля, вот предыдущий уровень какой-то был душный. И босс какой-то тупой. То не знаешь, как с ним драться, и то херак такой чуть ли не это, просто в сухую его делаешь. Бред. Бред полный. Ну-ка, подожди, а чё, сколько там уровней-то? Старый алтарь остался, и больше ничего нет пока что. Дать перерыв. Сделаем по-быстрому. Ща вернусь, продолжим.